Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы готовим салат из консервированных грибов. У нас резанные шампиньоны. Нам понадобится красный лук, свежий огурец, 4-5 вареных яиц, 4 вареные картофелины, 1 банка маслин без косточек, 1 банка кукурузы, и 200 грамм вареного куриного мяса, майонез, соль и перец. Вот все подготовили, почистили. Еще добавляем 200 грамм куриного отварного мяса. Теперь все это режем и перемешиваем в кастрюльке. Все измельченные продукты смешиваем. Добавляем соль по вкусу. И салат готов. Приятного аппетита! Небольшую порцию пропускаем через блендер до однородной массы. Теперь мы дегустируем салат, который пропустили через блендер. Вот получилась вот такая масса. Салат очень вкусный, я его очень люблю. Но скажу одно, что вкусно. И через блендер есть можно. Через блендер можно есть тем людям, кто готовится к протезированию или у кого нехватка зубов. А это салат без блендера, как он есть. И так он вкуснее. Зубы у меня уже есть. Так что советую вам, ставьте зубы и кушайте вкуснее пищу. А через блендер получается, ну, как паштет, как паста. Но целиком оно вкуснее. Вставляйте зубы и ешьте с аппетитом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч!